Курс на западные столицы. Хоккейный клуб «Адмирал» проводит заключительное в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ и самое дальнее выездное турне. Приморцы отправились по маршруту Москва-Рига-Хельсинки-Санкт-Петербург. Сине-белые проведут матчи с московским «Спартаком», рижским «Динамо», финским «Йокеритом» и питерским «СКА». В первом круге турнира приморцы потерпели на своем льду обидные поражения от команд дивизиона «Боброва». Исключением стала уверенная победа над «Спартаковцами», а затем моряки уступили в трех играх подряд с общим счетом 4-15. Сейчас приморцы попробуют одержать реванши. Игра со «Спартаком» состоится сегодня ночью по Владивостоку. Через месяц стартует стадия плей-офф. В нее попадут 16 лучших команд лиги, которые поведут борьбу за Кубок Гагарина. Тем временем два забивных защитника «Адмирала», капитан команды Оскар Бартулис и американский легионер Джонатан Блум, будут участвовать в матче всех звезд КХЛ, который пройдет через неделю в Москве на арене предстоящего чемпионата мира. В составы команд конференции голосованием выбрали лучших игроков от каждого клуба лиги. Перенос игры. Баскетбольный клуб «Спартак Приморье» готовится к очередному матчу домашней серии. В гости к приморским «Спартаковцам» приехал столичный клуб «МБА». Игра с москвичами перенесена на вечер субботы 16 января. В матче первого круга чемпионата Российской суперлиги приморцы уверенно переиграли «МБА» в гостях 84-71. Первые старты. Дебютные в новом году соревнования проведут приморские сноубордисты. В субботу в пригороде Владивостока состоится открытый чемпионат краевого центра в дисциплине «Слалом-гигант». В соревнованиях могут принять участие все желающие. На трассе протяженностью 750 метров у спортсменов будет по две попытки спуска. Результат участника будет складываться из суммы времени этих заездов. Павел Зайцев, «Панорама».